Сыныч, а не могли бы рассказать вот о вашей сумке, вот об этом, которую вы держите? Ой, сумочка моя родная. Это сумочка ливийская. В 41-м году, как только была объявлена война, тогда объявления войны как не говорили. И когда меня призвали, призвали в военкомат, написали в военном билете на какие-то сборы. На самом деле целый эшелон собрали и погнали доследовать. Но через некоторое время я получил мундирование, и мне дали хорошую, кожаную, прекрасную сумку. Этой сумкой я не оставался всю войну. Когда кончилась война, эта сумка, я так не привык, я с ней путешествовал все время. Она все время меня сопровождала. Она постарела вся, полопалась вся, подралась. Кое-где пришлось мне проволокой скреплять, подшивать ее. Но тем не менее, да, я одно время, ну, разжаловал. Купил себе другую пластмассу широкую, но она мне оказалась неудобной. Эта сумка мне до сих пор вспомнилась, я недавно снова ее стою. У меня здесь, видите, все налажено. Ну, видите, тут уже прикреплено много раз. Пришит уже другой ремешочек. Видите, как здесь она выпилась? А здесь чудесная кожа твердая. Ремень этот другой абсолютно уже. Здесь я сделал, чтобы можно было так таскать. А в сумке у меня все на месте своем. Ну, а тут появился ножик. Нож обязательно нужен. Он во всех отношениях необходим. Ну, здесь у меня все на месте своем, я могу показать. Вот видите, что здесь? Ножницы. Между прочим, приходится все привязывать. Если не будете привязывать, все пропадет. Здесь полагается место для резинки, но оно пустое. Вот здесь три места есть в этих бывших карандашах. Это что? Смотрите, это в высшей степени важный инструмент. Бывший рецфедер. Знаете для чего? Никто не догадается, а? Вытаскивает занозы. В пустыне занозы черти всегда засаждают. Это самые лучшие занозы вытаскиватели, самые лучшие. И сколько я ездил в экспедиции, всегда ко мне ходили вытаскивать занозы. Ну, дальше еще что такое. Это... Выпало. Это... О, что-то еще выпало. Выпало, а? То есть выключите пока что. Так давно было, что она там застряла. Для чего марганцовка? Если укусить таможник, понимаете, то каракурт, то один из способов разводить марганцовку и пить. И, наконец, вот, видите, простая вещь – это из авторучки сделана иголочка. Шарик вы выбрасываете, а иголочку вправляете. Когда вы вытаскиваете занозу, приходится слегка расширять и манипулировать, понимаете, да? Вот такие вещи совершенно необходимые в пустыне, в поле. Но я всегда люблю следить за температурой, поэтому у меня вот самый простой термометр. Он и простой, ничего с ним не сделается. Вместе в Казахстане, кстати, сейчас сколько температура? 26 градусов. Это в пустыне было 36, наверное, или 32, или 26. Большой пинцет очень необходим. Иногда змею поймать за голову, схватить меня. Вот, еще что-нибудь такое. Скорпиона взять. Большой пинцет лучше всего. Вот это все эти, в общем, основные необходимые вещи. А тут что еще? Тут у меня, ну, кое-что разное. Вот это... У меня дополнительная лупка, не лупка, а я не знаю, забыл, как называется, конвертер, что ли, для фотоаппарата. Его представляете к объективу, и удлиняется фокус, и нечто вроде телеобъектива получается. Вот. Но еще здесь у меня вот находится сеточка для насекомых. Видите, это из-под зубного порошка, я вварил при помощи паяльника сеточку, и сюда вы можете поставить интересные насекомые, которые поймаете. Морилка? Нет, не морилка, это, видите, сеточка, он живет здесь, это насекомое, понимаете? Ну, это очки здесь есть у меня еще. Еще у меня здесь есть вот одно приспособление очень важное. Это очки, то есть дополнительная лупка. Вы ее надеваете сюда на очки, часовая лупа. И при помощи часовой лупы и иголочки рассматриваете какой-нибудь насекомый или вытаскиваете за ножу. В общем, это дополнительная, собственно говоря, лупа такая походная. Она очень помогает, очень нужна. Вот. Ну, и кроме этих приспособлений, в общем, для наблюдения и работы с мелкими насекомыми, есть еще и такое приспособление, которое необходимо для наблюдения над крупным животным. Бинокль. Видите? Бинокль, одноглазый бинокль. Вот.
Причем он интересен тем, что я на него здесь насаживаю лупочку, и через эту лупочку могу очень близко наблюдать. Очень видно потом, ладно. Близко наблюдать и насекомых, а когда нужно, спасибо, то и птиц наблюдать. Вот и все приспособления, совсем все. Тут у меня еще был походный сачок вот здесь торчал. Я на этот раз не взял, вот тут маленький походный сачок. Большой сачок я никогда не вожу. Вот. А здесь что? Здесь у меня записная книжка. Я никогда не записываю на книжку, на обычной книжке. У меня все заметки идут на каталожных карточках. Во-первых, каталожные карточки я потом расставляю по соответствующим каталогам. Во-вторых, я часто меняю их, так что у меня это своеобразная такая сменная записная книжечка, в которой всегда торчит карандаш. Ну, иногда, когда бывает время, то сидишь и записываешь что-либо, какие наблюдения с предварительным, надо сделать очередь, что-нибудь, вот это здесь сейчас. Это здесь вся моя сумочка, вот, вся моя сумочка, самое главное. И здесь одно приспособление. Это вот, видите, на ремешочке у меня в сумке находятся две лупы. Ведь энтомологу, я главный на позиции энтомологии, приходится часто рассматривать лупу. Вот достанешь, смотришь. Вот. Они всегда под рукой. Все привязано. Без этого невозможно. Растеряю сразу первый же поезд. Первый же посещение. Вот и вся моя сумочка. Вот. Которой привык.